Методы диагностики для выявления рака предстательной железы. Первое. Пальцевое ректальное исследование, которое является золотым стандартом диагностики рака предстательной железы. Второе. ПСА-диагностика. Что такое ПСА? Это простат-специфический антиген, который выделяется и нормальными, и опухолевыми клетками предстательной железы. Поэтому это не опухолевый специфический маркер, а тканеспецифический маркер. И следует понимать, что ПСА повышается не только при раке предстательной железы, но и при ряде других доброкачественных заболеваний. Например, простатит или гиперплазия предстательной железы. Трансректальное УЗИ – это третий основной метод диагностики, который обычно проводится с биопсией при наличии соответствующих показаний. МРТ – это четвертый дополнительный стандарт, который позволяет достаточно точно обнаружить рак предстательной железы, в том числе более агрессивных форм. ПЭТ-КТ в настоящее время для ранней диагностики рака предстательной железы не используется. Тем не менее, она является чувствительной и информативной при выявлении рецидива после проведенного радикального лечения. Точность методики особенно информативна при выявлении не только местных рецидивов, но и очагов прогрессирования заболевания, в частности, в лимфоузлах и в других органах.